Нет, может, мне тоже второй надо не проходить? А то потом будете это ставить. Александр Лобановский, последний раз. Клён под окнами дрожал, и гнулся выступлением. Конец теплу, оно ушло, стучит и ломится в стекло. Последний лист осенний, последний лист осенний. Конец теплу, оно ушло, стучит и ломится в стекло. Последний лист осенний. Последний рыжий листок на черной ветке, мотылек его падение завершит приход иных явлений. А он стекло все бьет да бьет, а дождь свинцовый льет да льет на этот лист осенний, на этот лист последний. А он стекло все бьет да бьет, а дождь свинцовый льет да льет на этот лист осенний, осенний. Потерь своих не в проворот, и отворот был поворот, и масса всяческих хлопот, все вплоть до отречения. А он стучит, он бьет висок, он так печально одинок. Последний лист осенний, последний лист осенний. А он стучит, он бьет висок, он так печально одинок. Последний лист осенний, последний. Вдруг поняла, как ему там одиноко одному. Как считает он меня единственным спасением. Я рвусь к нему, я раму рву, я тихо на руки беру. Последний лист осенний, последний лист осенний. Я рвусь к нему, я раму рву, я тихо на руки беру. Последний лист осенний. Последний лист осенний, последний. Итак, Кузьминов Александр. Добрый вечер. Благодарю за предоставленную возможность выступить на этом конкурсе. Сегодня у нас 13 сентября. Сегодня день рождения моего любимого автора, композитора, исполнителя Александра Розенбаума. И в его честь я исполню его песню под названием «Как умирают листья». Кстати, поразительно, как совпало. Как умирают листья осенью в дождь холодный. Ветер сорвет и бросит красные горсти в грязь. Серая вьюга свистнет, снег упадет негодный вот. И пропало лето, вот и пропало лето.
девочка с белым бантом, в школу букет кленовый, в тонких руках все. Обрывками чьей-то тетради, как умирают листья, так умирают песни. Небо в одночасье тихо, мы забываем их. На карусели сырость, на мухоморе плесень, вот и пропало лето, вот и пропало лето. В сумерках дождевых, вот и пропало лето, вот и пропало лето. Раз, два, три. Дорогие друзья, и у нас Марина проходит в следующий тур. Ваши аплодисменты.